quieres, parte uno. Rosilla. Это угол примерно как мы делаем здесь, но в дедан. У меня тоже будет. Это кулки ноги, но гидание. То есть, вот еще раз говорю, это угол. Мы делаем, конечно, сложнее вот эту форму, когда выполняем вот этот вход. Но суть у него, когда идет захват, такая же. Вот тот же угол вот сюда. Попробуйте. Полезу. Одномерная рука и кайтен стали как партнер через круг назад шире пересекли ее атаки. Вот прямая рука и тянется. Тут корпус очень плотно. Вам если не видно, вот пересядьте сюда. И работа уже идет не столько с корпусом. Шаг, отходим на развернулись и в эту линию. Также вошли в эту линию, но теперь не сюда, а сюда. Это зон. Thank you.
вокруг руки кончик получается. Нет, ну вот, вышли. Вот сюда. Катагенши мы делали сейчас вот сюда. А теперь мы двигаемся вперед. Перими. Вперед, в смысле, под 90 градусов к исходной атаке. Мы делали икё под 90 градусов в эту сторону. Сейчас под 90 градусов в эту. Также начинаем. Раз. Помните, мы делали здесь, вот уроняли человека сюда, да? Но мы раз сюда, а партнер двигается. Мы заходим в чикайте. Под 90, как мы в уширо делали. Немножко опережающий вход. Раз. Ну, ладно, это не. Ну, сейчас тут. Чикайте. И партнер двигается ко мне, он меня хочет атаковать. Вот сюда. Очень похоже на уширо, как мы делаем, да? Вот это, вот на эту форму. Есть варианты с такого же, когда я кухарный. Мы сюда заходим, также партнер двигается, но мы выходим вот сюда и. Также под 90 вращаемся. Ну и там какие-то техники делаем. Но сейчас не будем, сейчас вот это вот. Айхан. Айханми. Как учить. Вот мы делали вот эту вот форму. Да? Вначале. Сумиатоши. Раз, учи кайтен, вышли под 90. Обычно учи кайтен, вы привыкли делать сюда движение. Вот сюда. Сейчас чуть-чуть меняем угол. Раз, и мы когда входим сюда, партнер уходит, и мы встаем на его место. Хайдзон.